с тобой Рэй, на канале AAA, и мы не пытаемся уничтожить Альфа-Цефа. Так, совсем подожди, где? Тихо, я видел же контрольная точка, да, я видел вооружение. Тебя. Так, давай возьмем вот это. Отлично. Сейчас я покажу, на что способен. Да, покажешь, обязательно. Следующий вылазь. Что, мало боеприпасов? В смысле мало боеприпасов? А где все боеприпасы-то делись? Стой, восстановим энергию немножко. А, тут снова танк есть. Ладно, хорошо. Чё, я не буду изобретать колесо. Я типа возьму и сделаю так. Так проще. Чё? А кто мне грохнул? Нет. Не понял. Я не похож на тебя. Да фиг его знает, на кого там похож, на кого не похож. Ладно, возьмем вот раз греночку. Я лучше тебя. Нет! Сейчас ах, я вот покажу, он уничтожен. На. Все, уходим. Уходим, критическое состояние, нафиг это все. Кто это делает? Здесь одна небольшая трабла, которая мне не нравится. Ну-ка, давай еще раз. Кто гренки пускает? Ну, где? Где? Не вижу. Еще где? Минус. Хорошо. Где еще? Еще. Опять ты? Что ты будешь делать? Опять эта фигня, да? Опять соберешься? Сделаем это. А, стой. Да ну нет. Ладно, сделаем это так. А, то есть ты ничего не можешь ему взорвать, эту штуку? Ты что, серьезно, что ли? Офигеть. Ну просто зачет вообще. Да отвен ты. Отлично. Да я хоть патрончики успею взять. Успел? Да, немножко успел, отлично. Просто супер. Да все уже поздно, тебя уже все порешали. Ты уже никому не нужен, ты устаревшая модель. Ты не альфа-цеф, ты бета-цеф уже, все, пока. Да все, ты готов. Я знаю же. Все, видишь, я тебя победил, сейчас они будут считать, что я альфа-цеф. Я им скажу уничтожить тебя, они уничтожат по-любому. Да стопудово. Видишь, все, они все преклонились передо мной. Нет выбора. Поглоти. Кончено. Даже ФЦФ он уже мне подчинился. Майкл. Да, лук. Я даже не стрелял луком. Чё? Это тебе за команду Раптор. Ой, такой бред просто с лука, серьезно. Да, с лука. Я бы не стрелял с лука. У меня была инопланетная оружка в руках. Я, блин, просто там все мозги ему размозжил бы. Ну эти-то что все повзрывались? Они вообще должны были мне сразу подчиниться. Все понятно, сейчас у меня затянет, короче. Майкл, выбирайся оттуда! Я попал. Эта проклятая сбруя застряла. Ну понятно, сейчас мы, короче, вам поможем.
Майкл! Держись! Я тебя вытащу! А ты уверен, что стоит его вытаскивать вообще? Времени нет! Мы опоздали! Они прошли! Я тебя вытащу! Ну, вытаскивай. А, только пропустить можно. Не, пропускать-то я ничего не хочу. Пророк! Барнс! Держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Барнс! Видимо, только в костюме. Что поделаешь? Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс! Держись! У каждого есть выбор! Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк? Барнс! Это типа загрузочный экран. Ну-ка, еще, еще покажет. Никогда не поймут, и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держи! Лоуренс! Барнс! Тебе подрубился костюм, да? Ну давай, поехали. Нет! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Ну, а что, например? Полная орбитальная аннигиляция. Ну, конечно, как же без американского флага? Только американцы всех спасают. И что нужно будет сделать? То есть что, остаток игры это тупо клип, да? Ух ты. Просто... Я даже не целюсь. Вот в чем прикол. А, нажмите, чтобы нацелиться. Тихо. И все, я больше ничем двигать не могу. Сфера проходит. Я опять упал на острые, как в первой части.
Игра, главное, такая качественная, а клипы такие просто размытые. Чё? Чё это я в тапочках? А, все, его костюм может что угодно трансформироваться, он трансформировался просто в человека. Окончательно. Перестроилась на атомарном уровне. Нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок. Но все же, я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком. Просто так юзать невидимость. Не то ли это место, где мы в самом... Да, это то место, где мы начинаем вот в самом-самом начале первой части. Спускаемся мы сюда именно. Да, прям четенько. Запомни меня. Край Зулистри. Ну, что я могу сказать? В принципе, как по мне, наверное, на первой части больше всего хайпанули. Ну, чисто в моем понятии. Потому что все-таки там как-то она более видна была, то, что ориентирована под компы. И все-таки на компах шла лучше. И действительно это было, ну, они пытались удивить все-таки своим движком. Вот, вторая, третья, я так понимаю, построена, как мне видится, на одном движке. Может быть, на разных, но эти движки уже как бы такие универсальные, видимо, и под консоль в том числе, и это прям чувствуется очень сильно. Во второй части я бы сказал, что сюжета, грубо говоря, практически нет, и это чисто реклама движка. А вот в третьей части, как по мне, ну, такой более-менее сюжет есть, и все-таки вот, по крайней мере, та тема, что можно инопланетное оружие брать, вот это все прикольно, классно, мне вот действительно понравилось. Пройти, поиграть. Ну, в принципе, если так вот чисто шутер какой-то, то, возможно, да. Хотя, скажу так, что, наверное, на первой части лучше всего и закончить. Было же здесь то, что переиздание первой части, которое все, ну, по крайней мере, я ждал, потому что думал, что можно будет как раз перепройти первую часть. Ну, не знаю, переиздание из разряда просто под консоль запилили все вот там под... новые, и ничего такого я там не увидел, даже более игрушечно стало выглядеть на самом-то деле. Но в общем и целом, на самом деле мне понравилось, и рад, что это в принципе запоминающаяся дата, потому что получается пройдена наконец-то полностью серия игр Крайзиса, и на ней мы уже, ну, будем, конечно, ждать, в принципе, можно сделать следующую часть, можно рассуждать о том, что можно еще какие-то истории. Есть дополнения по поводу психа, можно первую часть пройти, но, честно говоря, мне неохота проходить дополнительные какие-то сюжеты, именно относящиеся к первым частям. Если будет какое-то продолжение или что-то именно связанное с Крайзисом в будущем, без проблем пройдем. А пока что спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся, вступай в группу в Дискорде и ВКонтакте. До скорых встреч и прохождения других игр. Спасибо еще раз за просмотр. Пока-пока.